Впереди елка под водой. И елка порвала наш рафт. Игорь, покажи дырку. Вот опасность сплава. Вот сюда куда-то попало, вот оно место попадания. Где-то вот здесь. Я нас за собой потащил. Он же не взорвался или потащил это? Сразу рванул. Вот. Вообще такой вот как это. Бах и все. Ничего, не колыхнуло нас, ничего. Как шли тогда вообще пролетело. Еще раз покажи дырку. Ну просто в шок покажи. Метра полтора. Да, если в чистом, да, полтора метра. Второй раз рвете, Игорь Валентинович. Второй раз. Да. Тяжелый ремонт. Мы будем ремонтировать. Глаза боятся. Надо что-то делать. Вот этот раф сейчас будет сплавляться до места ремонта. Гребля на байдарках и каноэ. Просто зная эту речку, знали, что внизу находится зимовье охотника. И вот мы к нему съездили. Отозвался. Подъехал. И мы сейчас едем к нему на зимовье. И там будем делать ремонт. А мы вот тут сейчас на спущенном рафте, вернее на раненом рафте пойдем. Ну и на алмазе. Притащили мы рафт на базу к охотнику и занимаемся кройкой и шитьем. Это наша ремонтная мастерская по рафтам. Обращайтесь. Сначала шов зашивается плетенкой. У нас он шило, Игорь, покажи шило. Шилом сделали дырочки. Потом иголочкой протянулась плетеная леска, шнур плетеный, по которой мы таймение ловим. И мы решили сначала вот полтора сантиметровым латкой, полтора сантиметровой, небольшими кусочками, сантиметров по 10-15 зафиксировать. Это вот эта полоса, это вот состоит из трех отрезков. Мы решили вот это вот зафиксировать, эту доску. Ранка, 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 ранка. Вот до буквы У, потом С и пошла вверх. Вот такая вот. Мандуба. Вот это сейчас полутора сантиметровой такой полосочками. Полосочками. Пройдем вот этим. Дырка у нас, наверное, длиной, ну, больше полутора метров точно. Вот, должны сегодня сделать, завтра нам. Кровь из носа, надо стартовать дальше. Стемнело. Наступила ночь. Первая основная латка красного цвета легла на заплатку серого цвета. Где-то у нас дырочка получилась под 2 метра. Это Игорь сейчас сушит клей. Сначала протирается все ацетоном. Следующая стадия. Нагревается ткань ПВХ и наносится на горячий ПВХ первый слой клея. Потом подсушиваешь, наносишь второй слой клея. Также делаешь это на латке в один в один. А сейчас Игорь наносит второй слой клея. А потом
когда высохнет эти и наладки здесь, разогревается наладки клей и пришлепывается. И валиком прокатывается. Можно бутылкой, можно руками, пальцами. У кого что есть, большое, круглое. Вон Игорь банкой, я так понимаю, прокатывается. Вот у нас так в команде строго. Кто начудил, тот и продолжает чудить потом. А мы его на видео снимаем. Но мы его подкармливаем. Иногда. Иногда. Ну вот, момент X. Закончили мы с Игорем пол первого ночи ремонтировать данную аварию. А начали зашивать 4 дня. А с 3 до 4 еще дырочки делали шилом. Вот получается, что ремонт рафта занял 10 часов. Мы сделали все, что смогли. Больше. Ну что, явных признаков шипения нет. Вот здесь был вот удар сучка елки подводной. И вот она потащила за собой. Что сразу моментально взорвалась, и она за собой потащила. И... Все, не травит нигде. Оттуда-то. Ну все. Теперь у нас рафт Шурик. Был у Сури, стал Сури. Ну, назовем его Шурик. А сзади что-то написано кадет. Ну все, держит. Ну? Косяк исправлен. Принял? Принял. Убираю топор.